Сегодня глава региона Вячеслав Гладков провел очередной выездной личный прием граждан. На этот раз в Веделевском районе. С руководителем области встретились порядка 20 человек, хотя изначально записавшихся было больше. Многие вопросы профильным департаментам удалось решить еще на этапе подготовки к приему. Остальным была необходима личная встреча с Вячеславом Гладковым. Вопросы, как всегда, самые разные. В их числе развитие индивидуального предпринимательства, обеспечение лекарственными средствами, переселение из ветхого и аварийного жилья. Так, жительница поселка Викторополь Лидия Шарандина недовольна новой квартирой, которую ей предлагают по программе. Общая квадратура та же, а вот единственная жилая комната стала меньше. Заветные метры забрала ванная и туалет. По телефону разобраться в ситуации глава региона поручил своему заместителю, начальнику департамента ЖКХ Константину Полежаеву. Нужно комиссионно выехать на место, поднять все документы, посмотреть. Понятно, что мы с вами действуем в рамках закона, в рамках тех денег, которые выделяются фондом. Посмотрите, как реальная ситуация. Все промерить, каждый квадрат сантиметра, чтобы все было по-честному. И мне тогда доложите. Отметим, в листе ожидания на прием к Вячеславу Гладкову сейчас порядка 850 человек. Совсем недавно эта цифра была больше, чем в два раза. Но после жесткого поручения главы региона всем ответственным чиновникам, а также главам муниципалитетов проводить личные приемы чаще, количество решенных обращений увеличилось.